Привет, друзья! Если вы ждете гостей и хотите приготовить что-то необычное, вкусное, ароматное, то приготовьте самое вкусное куриное филе в маринаде из горчицы и яиц. Это блюдо произведет настоящий фурор. А главное, оно готовится быстро, просто получается невероятно вкусно. Все ингредиенты и количество пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. И давайте сегодня вместе с вами приготовим самое вкусное куриное филе. Для начала беру 2 яйца, отправляю их в миску, добавляю сюда куркуму, кавказские или французские травы и приправу для курицы. Также добавляю черный молотый перец и красный острый перец чили. Все хорошо перемешиваю при помощи венчика. Далее добавляю горчицу. Горчицу можно брать любую, у меня дижонская. Еще раз хорошо перемешаю. И добавлю картофельный крахмал. Перемешиваю очень хорошо все венчиком, чтобы у меня не осталось ни одного комочка. Добавляю растительное масло и соль по вкусу. Еще раз все хорошо перемешаю, и маринад готов. Займемся куриным филе. Куриное филе я промываю под проточной водой. Далее обсушиваю бумажным полотенцем и разрезаю куриное филе пополам. Если оно у вас большое, то разрежьте на 3 части. Куриное филе я подготовила, теперь необходимо филе отбить слегка с двух сторон. Делается это очень легко и просто. Готовое куриное филе отправляю в маринад. И необходимо куриное филе мариновать минимум 2 часа. А лучше всего оставить его мариноваться на всю ночь. Тогда оно получается очень ароматным и сочным внутри. Куриное филе я перемешиваю. Всю эту красоту прикрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Ну что, прошла ночь, куриное филе у меня готово, я его перемешиваю и начинаю обжаривать. На предварительно разогретую сковородку наливаю растительное масло, выкладываю куриное филе и обжариваю куриное филе с двух сторон до золотистой корочки. Готовится оно очень быстро. Готовое филе выкладываю на тарелку, а сверху его посыпаю обжаренным кунжутом. Как видите, оно получается очень красивое, с румяной золотистой корочкой, но очень сочное внутри. Приготовьте такое филе и порадуйте им всех своих гостей и домочадцев. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Не забудьте зайти и подписаться на мой второй канал, ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группы. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится. А главное, готовьте с любовью. Всем пока-пока!